Наверняка уже многие знают, что в некоторых песнях есть звуки, которые взялись там, казалось бы, непонятно откуда. Но если их грамотно объяснить, все становится на свои места. Итак, во время песни Валерия Сюткина на сцену выбежал неадекватный мужчина. Солист группы Quest Pistols договорился с подпевкой, что они вступят после слова «горит». Порочный мечтатель в своем огне горит. Горит. Санта Лучина, Санта. У Насти Каменских произошел гормональный сбой. Все пучком, а у нас все пучком. Если нас не подвезут, мы дойдем пешком. Олег Газманов на мгновение решил, что он рэпер. Я по жизни заблудился, наверное, пропал. Я пропал. На концерте Макс Корж засмотрелся на девушку с маракасами. Макс! Я! В истерике кружилась. И в заключении, на концерте Филиппа Киркорова ему в зале мешал мальчик с шариком.